За состоянием крыши дорог во дворах следит и прокуратура. Этой зимой сотрудники ведомства уже выявили 214 нарушений. Это неубранные скровель сосульки, заснеженные тротуары и проезжая часть. Во дворах возбуждено 4 административных производства. Объявлено 27 предостережений о нарушении законов в сфере ЖКХ. Принятие комплекса мер прокурорского реагирования способствовало устранению нарушений законодательства в рассматриваемой сфере. Надзорные мероприятия органов прокуратуры продолжаются.